Вітаю! Як завжди, все час «Об'єктив Позиція» в студії Юрій Борщ. Сьогоднішня програма буде присвячена турніру, який пройде 11-12 травня цього року. Танцювальний турнір у нас в гостях Ольга і Сергій Полуляхови, організатори Східноукраїнського кубку, керівники танцювально-спортивного клубу «Кураж». Вітаю вас в нашій студії. Для початку давайте познайомимося ближче і ви познайомитесь з нашими телеглядачами. Про себе розкажіть. Про те, чим ви займаєтесь, Оля, будь ласка. Ми професіональні танцори в прошлом латиноамериканської програми, призери, фіналісти чемпіонатів України, також міжнародних змагань. Ну, на даний момент ми закінчили свою танцювальну кар'єру і переключились на роботу з дітьми, с желающими танцевать, не только с детьми, со взрослыми ребятами. Вот. И нашли себя больше теперь в тренерском, скажем так. Сергей, как перехід це відбувся від професійних танцювальників, танцорів до викладачів танців, а зокрема до дитячої категорії? Ну, в процессе нашего танцевания, естественно, мы тоже пробовали свои силы как тренеры. У нас были разные этапы в нашей жизни. Мы в какой-то момент времени, когда уже стали более взрослыми танцорами, перешли в категорию профессионалы, мы решили открыть свой клуб, который называется «Кураж». Вот. И ребята, которых мы воспитывали, они стали частью нашего клуба и представляют... Теперь... А скільки «Кураж» взагалі існує вже? Ми недавно відмітили своє 11-ліття недавно. Тобто вже такий досвід у вас дуже-дуже значний. Достатньо великий. І ви спеціалізуєтесь лише виключно на дітях, так? То ви чи будь-яка категорія? Оля просто немножко, да, почала з дітей. На самом деле у нас дуже багато взрослих танцорів, і ребята успішно виступають во взрослих категоріях, молодіжних категоріях, фіналісти Кубка України, побідителі Кубка України по танцювальному спорту. Также очень неплохие результаты показывали ребята на международном уровне, были чемпионами мира. На многих чемпионатах мира тоже танцевали в финале, поэтому... Не просто для меня все дети. Да. Зрозумів, ваши подопечные. Скажите, это лишь латиноамериканские танцы, чи ви, у вас дуже широка программа? Ну, вообще у нас широкая программа, конечно же, но мы являемся как бы тренерами латиноамериканской программы. Также у нас работают профессиональная пара, это Савинский Дмитрий и Юля, они преподают европейскую программу в нашем клубе. Давайте теперь поговорим больше про захід, який відбудеться у травні. Що саме відбудеться? Могу я рассказать вкратце. Ну, мы свою танцевальную карьеру преобразовали, да, в нашу тренерскую карьеру, а вот с тем моментом, когда стало достаточно много учеников, и они выступают много на разных мероприятиях, мы являемся уже судьями на данный момент, национальной, международной категории, мы посещаем разные, разные мероприятия в Украине и за рубежом. И в какой-то момент времени очень интересным для нас стало новое амплуа, это организаторы турниров. Вот. Мы поимели уже такой опыт. Осенью мы провели чемпионат города по танцевальному спорту. Большое тоже масштабное мероприятие. Сейчас вот для нас это новый вызов. Международные соревнования по танцевальному спорту. 11-12 мая. Восточно-Украинский кубок, который пройдет в великолепном зале спорткомплекса «Локомотив». Один из лучших залов Украины. Вот. И вот мы решили попробовать себя уже на таком уровне. Я думаю, что получится, должно получиться. Танцевальные турниры, загалом, они дуже поширені в Украине, в Харкове, зокрема. А чем ваш танцевальный фестиваль, турнир, він відрізняється від інших? Ну, тоже, если можно я, да, Оля будет дополнять меня. Что-то я как-то волнуюсь. Она скромная, но на самом деле Ольга является руководителем, отделения, областного отделения Всеукраинской Федерации танцевального спорта. Вот, поэтому этот турнир будет иметь особенности. Особенности заложены, в принципе, в самом, как бы, в самом стиле этой федерации «спорт как танцы». Да, или танцы как спорт, да. Соответственно, это мероприятие, оно будет иметь определенные отличительные особенности, потому что действительно много мероприятий танцевальной направленности. Но это будет отличаться тем, что
достаточно серьезные требования предъявляются к судьям, которые оценивают это мероприятие. То есть судьи проходят очень серьезную школу, обучение, сдают экзамены, тесты для того, чтобы они имели возможность оценивать такие мероприятия. У них существует очень строгий регламент поведения на этом мероприятии, который ограничивает их возможности общения там, со своими учениками во время турнира, ограничивает их возможности даже... Вот, тобто судді, вони не будуть судити своїх учнів, вони будуть судити інших виконавців. Да, 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 да. І ці судді, вони мають ну, определенний вже опит в такому роді діяльності, вони дуже, скажімо так, опитні. Там є спеціальна система оцінювання, яку вони теж применяють в оцінках. Для танцорів особливість в тому, що... Это, на мой взгляд, как танцора в прошлом, это очень хорошая как бы, вещь, соблюдение регламента самого соревнования. То есть определенная длительность музыки, она выдерживается, никогда не бывает она больше или меньше. Заходы в отборочных турах меняются, то есть пары танцуют. То есть судья имеет возможность сравнивать все пары, не только те, которые попали вот в определенный... А сколько, в загалом, участников уже зарегистрировано и планируется, я так понимаю, еще триває регистрация, угу. Сколько участников уже зарегистрировано и сколько очекуют? Ну, на данный момент регистрация продолжается. Сейчас, на данный момент, я думаю, что я не проверял, но я думаю, что в районе 400 уже участников есть, но еще есть время. Планируем в районе 1000 участников это увидеть. Это дуже нашем... масштабный захід. Ну, он, да, он достаточно такой имеет статус высокий, потому что в рамках нашего международного турнира будет два Кубка Украины официальных. Федерация является национальной, поэтому для многих спортсменов из других областей это серьезно. Мотивація, визов. Вони а до речі, хто в міжнародний турнір, цей східноукраїнський кубок, хто в з яких областей до вас вже приєдналися учасники, можливо, з яких країн? Значить, у нас по странам це будуть присутствувати обов'язково із Ізраїля, команда вместе з суддєю, Германія, Словенія, Польща, Молдова, Білорусь. Ну и может кого-то я еще забыла, да? Ну, ну да, как да. Бы... Есть, на самом деле идут звонки, то есть присоединяются... Тысячи участников, близко из 7 стран. Насколько важко было организовать такой турнир, Оля? Сколько он тривав? Подготовка у нас сейчас и триває еще? Триває. Я розумію, що у вас такий стан такий і нервовий, і емоційно піднятий, тому що це те, що ви прагнете, те, що хочете довести, показати дуже феєричний такий захід нашим і учасникам, і гостям нашого міста, харків'янам. Але наскільки це все важко? Хто ваша команда? Ви що, у двох? Ну, конечно же, нет. У нас есть наши помощники, которые работают в системе клуба. В основном, конечно, мы клубом это организовываем. Наш администратор Галина Викторовна очень большую нам помощь оказывает. Вот. Ну и турнир тоже имеет статус чемпионата города. Вот. Городские власти... Підтримка міської влади, вона є. Участвуют, да, в нашем мероприятии. Скажем так. А з вашого танцювального спортивного клубу «Кураж» будуть учасники, Оля? Конечно. У нас, ну, я думаю, что большей частью наш клуб поддержит наши соревнования. Еще очень важно, что наша пара, которая будет представлять в командных соревнованиях, она будет защищать честь нашей страны. Вот от команды Украины наша пара, именно нашего клуба, будет участвовать в этом соревновании. Зараз репетиции, мабуть, відбуваються щоденні, так? Да, да, мучаем их как можем. В общем, все стараются, все пыхтят. Ну, будем надеяться, что у нас все получится. Да, не сказали о том, что тоже вот интересным таким мероприятием, к вопросу, чем будет отличаться наше мероприятие от других, это будет международный командный турнир. Международный командный турнир, то есть все команды, которые примут участие, иностранные команды в нашем мероприятии, они будут вечером, в вечернем отделении, в самом красочном, они будут принимать участие в командном турнире. То есть это... А чим він буде яскравим? Що це буде? Тобто, можливо, кожна країна принесе свої національні особливості в цю програму? Чи там суворий регламент, і лише можна виконувати там європейська програма, латиноамериканська програма?
Ну, мы немножко сделаем, конечно, да. Это, конечно, спортивное мероприятие, но оно должно быть интересно для зрителей, для посетителей. И однозначно мы в вечерних отделениях и в дневных отделениях будем стараться, чтобы это мероприятие привлекло зрителей. И однозначно эти команды будут какое-то шоу показывать, выход, возможно, какой-то будет. Не хочется раскрывать, конечно, все карты сразу. Всі таємниці, всі карти побачать 11-12 травня наші у клубі спорткомплексі «Локомотив». Я так розумію, це вперше проводиться східноукраїнський кубок. Чи плануєте, щоб цей івент був подальшому традиційним став? Да, это очень хотелось бы, чтобы это было традиционное мероприятие, и, конечно, сложно нам сейчас сказать, что это будет однозначно традиционно, но я надеюсь на это, что у нас получится, и мы сможем, как бы, Харьков наш представить как... Ну, зокрема, я не сумніваюсь, жодних сумнівів немає, що у вас все вийде. Ну, однозначно, да. Я думаю, що ми приложимо максимум усилий для цього. Якщо говорити про розвиток танцювального спорту в Україні, в Харкові, зокрема, як ви оцінюєте сьогоднішній стан і перспективи? Ну, я могу сказать, что город Харьков – это танцевальная столица, он таким является уже достаточно давно, очень много очень именитых танцоров вышло из различных школ нашего города, которые стали чемпионами мира и по профессионалам, и по любителям, и детское танцевание великолепное у нас в городе, очень успешных много пар. Перспективы, конечно же, есть. Сейчас время немножко сложноватое, наверное, да, есть определенные трудности, но я считаю, что наше мероприятие, которое мы стараемся сделать, оно должно дать толчок, да, определенный толчок. Тем более, это будет конец учебного года. То есть многие ребята, многие дети, родители будут думать над тем, что куда деткам пойти с Нового года, да, вместе с тем, как они пойдут в школу. Ну, это такая потужная популяризация танцев, да. Танцевального спорта. Я думаю, да, и помимо этого, вот тоже такой важный, на мой взгляд, момент хотелось бы выделить. Осенью этого года в Украине, в Киеве, правда, надеюсь, что, может быть, когда-то и в Харькове такое будет проходить чемпионат мира по молодежи, 10 танцев по танцевальному спорту. Это очень будет серьезное тоже событие, которое, я считаю, тоже должно помочь развивать не только в Харькове, а во всей Украине наше направление. Да. Дивіться, ви назвали із близького, з далекого зарубіжжя учасників. Як взагалі вони дізналися про цей турнір? Як ви змогли змотивувати їх приїхати сюди, в Україну? Тобто для багатьох учасників участі в Харкові, які межують там в зоні проведення бойових дій, ну, це дуже складно. Наскільки це було вам вдалося зробити? Ну, мы приложили максимум усилий. Всеукраинская федерация танцевального спорта, она является членом Всемирной федерации танцевального спорта, которая на сегодняшний момент самая многочисленная в мире. Практически большинство стран Европы находятся внутри этой федерации, и в частности Украина. Вот. Это очень огромная система, которая, в общем-то, очень развито, да, существуют различные ресурсы внутри этой системы, через которые мы, конечно, рекламировали, информировали. Ну, этого, конечно, недостаточно. Личные контакты, очень много ездим. Очень много знакомых ребят, которые откликаются. Кстати, очень многие ребята сейчас представляют школы других стран мира, и мы продолжаем с ними общаться, дружить, и они помогают. Им спасибо за то, что вот они тоже популяризируют и говорят, что не все так плохо в Харькове, а в Харькове очень все прекрасно. В Харькове все дуже-дуже добре, да. Насправді. Да. Скажите, певні турніри, вони мають на меті участь заради участі, так? Треба досягти певних успіхів і перемог. Що очікують переможці? Лише окрім кубка і окрім там певних нагород. Я тоже, если можно, скажу, тоже это фишка, как бы такая определенная федерация. То есть все международные соревнования, они имеют возможность двигать пары в рейтинге. Я говорил уже, наверное, об этом, да, что помимо, опять же, там, победы, каких-то регалий, помимо там, призов, естественно, мы над этим тоже работаем, чтобы было интересно. Есть партнеры нашего мероприятия, мы очень признательны, что откликаются люди, и меценаты, и спонсоры помогают нашему мероприятию, потому что такое масштабное мероприятие своими силами очень сложно организовать. То есть мы будем награждать наших детей,
наших участников, победителей. Но вот, вот те, та борьба за очки, за баллы, которая есть, это тоже такой вот мотиватор, который ребятам является стимулом для спортсмены участия. Едут, они борются за эти очки, чтобы подняться в мировом рейтинге, потому что позиция в мировом рейтинге дает очень много привилегий паре, если она поднимается высоко. А какую позицию в світовому рейтингу займає українця саме в танцювальному спорті, якщо так загалом? Я розумію, такого, ну це умовний рейтинг, такого, можливо, і не існує, а на ваш погляд? Україна, як так, страна. Україна як страна. Ну, зараз дуже активно розвивається, було много, ну, много перипетий, так скажем, федерации. Вот. Сейчас очень много хороших, качественных турниров. И пошел приток иностранцев, очень активный приток иностранцев к нам в страну. Я считаю, это очень важно. И мы пытаемся вот нашим мероприятиям привлечь побольше иностранных гостей в наш город, чтобы показать, что город прекрасный, европейский, что он как бы очень достойный даже вот для туристов, чтобы в нем проводить время, вот, несмотря на близость вот к зоне, скажем, сложности. По поводу пары результатов, пары показывают, как бы пары нашей федерации выступают очень хорошо, особенно вот на данный момент, конечно, в молодежных, в юниорских категориях, взрослых танцоров. Ну, может быть, были периоды, да, сейчас чуть-чуть, может быть, спад, но я уверен, что вот сейчас явно пошел такой прирост, динамика активная, пары будут выезжают, сейчас вот без виз помогает немножко все-таки, легче ездить и за рубеж, в Европу. А у вас змагання будуть лише пари, не будуть, як зараз іноді організатори влаштовують, якщо один танцювальник хоче виступити, то всі умови для цього також надаються. А у вас лише буде парне змагання. У нас буде можливість і для солістів виступити. От у нас 11 числа – це міжнародне соревнування, плюс основне, там плюс кубок по ювеналам і молодіжі, а в воскресенье у нас будут классификационные соревнования, в которых есть такие категории, там, где соло-танцоры могут тоже участвовать. А какие сюрпризы для глядачів, чтобы зацікавити харків'ян прийти, ну, лише подивитися на феєрію танцю, на це свято танцю, спортивного танцю, що ще ви приготували? Ну, не хочется, конечно, сразу раскрывать все секреты. Ну, чуть-чуть скажу, да. Конечно же, ну, само мероприятие, оно для Харькова действительно, ну, в какой-то степени диковинка, потому что Федерация танцевального спорта, ну, не так давно здесь проводит мероприятие. В общем-то, это одно из, ну, в таком масштабе оно одно из первых. Вот. И уже это является, на мой взгляд, интересным, потому что здесь есть очень много того, тех нюансов, которых нет на других соревнованиях. Это уже раз. Второе, есть, ну, вот, тоже такая вещь, как результаты турнира в процессе танцевания пар выводятся на экран. Да, на экран это интересно и для зрителей тоже, интересно и вот это соперничество наблюдать, когда пара после каждого танца меняет свою позицию, поднимается, опускается. Выникает певный азарт, лишь да, участники да, углядачи. Такой азарт возникает, да, появляются болельщики, которые переживают, поддерживают, вовлекаются в процесс, это очень хорошо. Вот. Помимо этого, конечно же, в вечерних отделениях мы готовим сюрпризы. Мы приглашаем шоу-номера, которые будут украшать наши мероприятия. Командный турнир будет очень интересный, потому что борьба за лидерство, я думаю, что будет... Мы просто знаем, что едут хорошие пары танцевать, и как бы я думаю, что будет интересная борьба за победу в командном турнире. Ну, конечно. У нас будет очень классный диджей, извините. Диджей, да, будет у нас интересный. Вот в танцевальном спорте это один из лучших диджеев мира. То есть мы вот решили его позвать, потому что очень многие, и наши ученики, и ученики других ребят, они являются поклонниками. То есть они же слушают музыку, танцевальную, тренируются. А здесь они будут иметь возможность вживую потанцевать под музыку. Нас про кого йде мова? Диджей Макси. Диджей Макси его зовут. А як він відгукнувся на вашу пропозицію? Це довгі перемовини йшли? Да, ну, в общем-то, нет. Он очень был заинтересован. Он никогда не был в Харькове. Это первый его приезд будет. Он с очень большим интересом, удовольствием откликнулся. Будет нам интересно его вот выступление в рамках нашего турнира. Это тоже такая вот фишечка небольшая. Да. Дуже дякую за участь в нашей программе. Тож мы 11-12 травня запрошуем всех харків'ян та гостей нашого міста до комплексу «Локомотив», де відбудеться міжнародний турнір східноукраїнських
український кубок, близько 1000 учасників з 7 країн світу, можливо, навіть більше буде, то що реєстрація ще триває. У нас сьогодні в гостях були організатори цього турніру Ольга та Сергій Полуляхови, керівники танцювально-спортивного клубу «Кураж». До побачення. До побачення.